1 марта в Дворце творчества детей и молодежи состоялось закрытие муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России-2024» и муниципального этапа всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2024». На торжественной церемонии были названы победители. Репортаж с места событий. В этом году конкурс прошел в 33-й раз. Участвовали в нем 10 воспитателей и 8 учителей. Для самих педагогов мероприятие крайне волнительное, приятное и торжественное. Ведь из зала на них смотрят любимые ученики и воспитанники. Сколько бы мы ни строили замечательных новых школ, интересных детских садов, без компетентного профессионального педагога, учителя, невозможно вырастить замечательного ребенка, настоящего гражданина нашей Родины. У каждого ребенка есть две семьи. Семья своих ближайших родных, мамы и папы, бабушки и дедушки, и, конечно же, своих педагогов. Тех людей, кто проводит наше подрастающее поколение в мир знаний, умений, навыков. В рамках муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года 2024» победителем стала учитель гимназии Александра Исаева. Для меня этот конкурс – это новые впечатления, это новые знакомства. Самое главное – это опыт, новый опыт для меня. Победителем муниципального этапа всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России-2024» стала воспитатель детского сада номер 6 Светлана Подольская. Конечно же, мои дошколята болеют за меня. И моим родителям, на моих дошколят тоже большое-большое спасибо за поддержку, за понимание. И они верят в то, что я буду первая и лучшая. Это самое главное, это очень радует и греет душу. Теперь они будут представлять Тверь на региональных этапах конкурсов.